So I've been asked to give a class on any topic I like. Так меня попросили дать лекцию на любую тему, которая мне нравится. So I decided to spend the next 3 days, 3 mornings. И поэтому я решил провести последующие 3 дня, 3 утра. Talking about Srila Prabhupada. Разговаривая о Шриле Прабхупаде. Хорошо. Хорошо. I was looking at this picture here. It's such a wonderful picture. Я смотрел на эту картину, на эту фотографию. Она такая замечательная. Шрила Прабхупада на утренней прогулке. Тут Шрила Прабхупада на утренней прогулке. And it inspired me. Я, эта фотография меня очень сильно вдохновила. So let's talk about Шрила Прабхупада. Поэтому давайте мы сегодня поговорим о Шриле Прабхупаде. To begin with some prayers that Prabhupada offered to his spiritual master and Krishna as he arrived in the West in Boston. Я бы хотел начать с молитв Шрилы Прабхупады, которые он посвятил своему духовному учителю и Кришне в тот момент, когда он приехал в Штаты, в Бостон, в порт Бостона. These are not all the prayers, but I've selected some to highlight Prabhupada's mood before he ventured into starting his worldwide movement is gone. Здесь представлены не все молитвы Шрилы Прабхупады. Я выбрал несколько из них. И в этих молитвах Шрила Прабхупада обращается к своему духовному учителю и Кришне перед тем, как начинать это всемирное движение сознания Кришны. How will I make them understand his message of Krishna consciousness? Как я могу дать им возможность понять это послание сознания Кришны? I am very unfortunate. Я очень неудачлив. Unqualified. У меня нет достаточной квалификации. And I'm most fallen. И я самый падший. Therefore, I am seeking your benedictions. Поэтому я прошу твоих благословений. So that I can convince them. Так чтобы я мог убедить их. For I am powerless to do so on my own. Так как у меня нет никаких собственных сил сделать это самому. Somehow or other, O Lord, you have brought me here to speak about you. Так или иначе, о Господь, ты привел меня сюда для того, чтобы рассказать о тебе. Now, my Lord, it is up to you. И сейчас, мой Господь, все зависит от тебя. To make me a success or a failure, as you like.
Ты можешь сделать мою миссию удачливой или неудачливой, в зависимости от того, как ты пожелаешь. О духовный учитель всех миров. Здесь Шрила Прабхупада обращается к своему духовному учителю Бхактисиддханте Сарасвати Такуру. Ну, или может это быть Кришна. I can simply repeat your message. Я могу только повторять твое послание. So if you like, you can make my power of speaking. Поэтому, если ты захочешь, ты можешь сделать мою силу речи suitable for their understanding. Подходящей для их понимания. Only by your causeless mercy will my words become pure. Только по твоей беспричинной милости мои слова могут быть чистыми. I am sure that when this transcendental message penetrates their hearts. Я уверен, что когда это трансцендентное послание проникнет в их сердца, they will certainly feel enlightened. Однозначно они почувствуют очень большую радость. И таким образом они освободятся от всех несчастливых условий жизни. О Господь, я просто марионетка в Твоих руках. So if you have brought me here to dance, поэтому если ты привел меня сюда танцевать, make me dance, тогда заставь меня танцевать. Make me dance, заставь меня танцевать. Oh Lord, о Господь, make me dance, заставь меня танцевать. As you like, так как ты этого хочешь. I have no devotion. У меня нет преданности. And nor do I have any knowledge. И у меня также нет знаний. But I have strong faith. Но у меня есть сильная вера. In the holy name of Krishna. Святое имя Кришны. I've been designated as Bhaktivedanta. Мне дали имя Бхактивиданта. And now, if you like, you can fulfill the real purport of Bhaktivedanta. Если ты захочешь, ты можешь реализовать истинную цель Бхактивиданта. Shrila Prabhupada ki jai. So that was his mood before carrying out the order of his spiritual master, which is to spread Krishna consciousness in the Western world. Итак, таково было настроение Шрилы Прабхупады перед тем, как он исполнил наставление своего духовного учителя о распространении сознания Кришны во всем мире. Which means he was given the order, but he didn't feel adequate to carry out that order unless he received the mercy of Guru and Krishna. И это означает, что хотя ему было дано это наставление, он не чувствовал себя достаточно квалифицированно без милости своего гуру Кришны. And even before he made the journey to the West, he was praying at the Samadhi of Rupa Goswami and other places which he wanted to imbibe their mercy. И даже до того, как отправиться на Запад, Шрила Прабхупада обращался с молитвами и посещал самадхи Шрилы Рупы Госвами и других ачарьев для того, чтобы питать себя их милостью. So what does it mean, actually, that unqualified? Так, что же это означает неквалифицированный? Shrila Prabhupada, we could say that he was qualified. Потому что мы можем сказать, что Шрила Прабхупада был квалифицированным.
But he put himself in an unqualified situation. Но он поместил себя в ситуацию, где он был неквалифицированным. Even up in the spiritual world, this was a pastime that one of my godbrothers narrated when he was giving Prabhupada a massage one night. И вот даже в духовном мире есть одна история, которую мой духовный брат рассказал Шриле Прабхупаде, когда он делал массаж одним вечером. Гарга Муни с вами. Это Гарга Муни с вами, Махарадж. So, it was that time of the evening where Prabhupada, he would open up in various ways to the massager and completely surprised. Так, это история, которую Шрила Прабхупада рассказал своему массажисту, так как это был именно тот вечер, когда Шрила Прабхупада раскрывался и делился сокровенными вещами. So he was saying that I was there in the spiritual world. Вот он сказал, что я был там, в духовном мире. And one day Krishna came to visit me. И в один день Кришна пришел увидеться со мной. And he asked me, can you go to the material world and preach? И он спросил меня, ты можешь пойти в материальный мир и начать там проповедовать? And Prabhupada said, oh, no. И Шрила Прабхупада сказал, о, нет. You mean that horrible place? Ты имеешь в виду вот это ужасное место? Said, I'm not qualified to do that. И Шрила Прабхупада сказал, нет, я не квалифицирован для того, чтобы это делать. And then Krishna said, no, it's okay. I will arrange everything for you. Но Кришна сказал, не переживай, я все организую для тебя. Just arrange for some books to be printed. Просто постарайся организовать печатание книг. I will arrange everything else. А все остальное сделаю я. This is in everything that we do in spiritual life is actually should be our mood that we feel unqualified. И на самом деле в нашей духовной жизни мы должны иметь такое настроение, что мы не обладаем достаточной квалификацией. We should feel inadequate at best. Ну, самое лучшее, что мы можем чувствовать в нашей духовной жизни, это неадекватность поставленной задачи. I had an incident when I first became initiated. And I was initiated in 1972 in London at the Rafiatra Festival. Вот я хотел бы с вами поделиться одним случаем, который произошел на моей инициации. Я был инициирован в 1972 году в Лондоне на Радха-ятре. And the day after initiation, we went out on the London streets to collect Guru Dakshin. И на следующий день после инициации мы вышли на улицы Лондона для того, чтобы собрать Гуру Дакшину для духовного учителя. Yeah, it's not like today you can go up to all the Grihasthas, you know, like can you give Guru Dakshin. Это не так, как сегодня, что можно подойти к Грихастхам и попросить у них Гуру Дакшину. In those days there were no Grihasthas. В те дни не было никаких Грихастх. There was just Brahmacharis and Brahmacharinis. В то время были только Брахмачари и Брахмачарини. We had to get Guru Dakshin by going on the street. И вот мы должны были собрать Гуру Дакшину, выходя на улицу. Excuse me, sir. Вот мы стучали в двери, обращались к людям и говорили, извините, пожалуйста, господин. I just got initiation yesterday. Вчера я только получил инициацию. And I'm collecting Guru Dakshin. Я собираю Гуру Дакшину. We were dressed in the Vaishnava. И вот мы были одеты в вайшнавскую одежду. Completely open. Мы были полностью искренними и честными. And Guru walked.
Нас спрашивали гуру, что? Because in England they speak sometimes down the nose. Потому что в Англии там достаточно такие гордые, с дернутым носом. Гуру Дакшин, сэр. Мы спрашивали гуру, что? Мы им отвечали, гуру Дакшину, господин. Here you are, go off, go off. Ну, они нам там что-то давали, говорили, ну все, все, иди. So anyway, at the end of the day, we came back to the temple, we put all the Lakshmi together. There were at least 12 of us that got initiation. И в конце дня мы пришли в храм, собрали все Лакшми, нас было где-то 12 человек, которые получили инициацию. And the next morning after the Bhagavatam class. И на следующее утро после лекции по Бхагаватам. We were brought up to the Prabhupada's room. Нас отвели в комнату Шрилы Прабхупады. And this is what happened. И вот что случилось дальше. When we came in, we paid our obeisances. Когда мы зашли, мы предложили свои поклоны. Prabhupada was kind of looking in another direction, so he was chanting japa. И Шрила Прабхупада, он смотрел в другую сторону, он читал джапу. And then he turned around. Потом он повернулся. And then we paid our obeisances again. Мы снова предложили свои поклоны. We offered the Guru Dakshin. Мы предложили ему Гуру Дакшину. Thank you, Prabhupada, for giving us initiation. Here is some Guru Dakshin. Мы сказали спасибо Шриле Прабхупаде за инициацию. Вот здесь Гуру Дакшина. And then we paid our obeisances again. И затем мы снова предложили наши поклоны. And then Prabhupada said, give them Mangalarti sweet. И Шрила Прабхупада сказал, дайте им сладости с Мангаларати. И когда он это сказал, мы снова предложили ему свои поклоны. And by this time, Prabhupada was already very amused. И к тому времени Шрила Прабхупада, он уже был в таком приподнятом, веселом настроении. British boys and girls bowing down. Ему было весело смотреть, как эти британские парни и девушки вот так постоянно кланяются ему. In fact, in England there was a song called Bow Down, Mister. И в Англии есть еще такая песня «Предложи свой поклон, мистер». There's a musician called Boy George. Может, вы знаете, есть такой музыкант Boy George. Do you remember that song? Помните эту песню? Yeah, Bow Down, Mister. Because everyone in England is like a mister. Название этой песни «Предложи свой поклон, мистер», потому что в Англии люди достаточно гордые, и им это сделать сложно. So then we had the sweet in our hand. We didn't really know what to do, whether to eat it there or keep it in our hand until we went outside. И вот мы стояли с этими сладостями в ладонях, и мы не знали, что делать дальше, следует ли нам их сразу же почтить или подождать перед того, как мы выйдем. So we ended up paying our obeisances again. Мы вновь предложили свои поклоны в итоге. And Prabhupada said, thank you very much. И Шрила Прабхупада сказал, большое вам спасибо. We paid our obeisances again. Мы снова предложили свои поклоны. And then we staggered out of the room. И затем мы все вывалились из комнаты. So within a short period, a very short period, probably 6 minutes, we paid our obeisances about 7 or 8 times. И вот за этот короткий период времени, за 6-7 минут, мы предложили поклоны где-то 7-8 раз. And I asked the servant, I said, wow, we really made a mess of that, didn't we? И потом я спросил его слугу, ну, мы тут, наверное, натворили дел, это было как-то так хаотично, может быть, неправильно. And he said, no. А он сказал, нет. He said, that was perfect. Это было совершенно. He said, you're supposed to feel like a fool in front of the spiritual master. Он сказал, вы должны чувствовать себя полным глупцом перед своим духовным учителем. He said, if you feel anything different, anything less than anything other than that, then you are a fool. Он сказал, если вы чувствуете что-то иное при этом, то это означает, что вы действительно глупец. So here we go. Вот наш урок. Lesson number one.
Урок номер один. In fact, not just a spiritual master. На самом деле не только духовный учитель. In those days we were taught that anyone who was spiritually, you know, spiritually meant, anyone who was a devotee before you, they should be offered respect. На самом деле, в то время нам объясняли, что любой преданный, который начал практиковать до вас, ему следует оказывать поклон и уважение. And there was no discrimination between Vaishnava and Vaishnavi. И в то время не было никакой дискриминации, отличия между вайшнавами и вайшнави. The older Vaishnavis became our mothers. Пожилые вайшнави, то есть более старшие, они были для нас матерями. So that was the mood in those days. Prabhupada created that mood. Такое вот было настроение в то время, и его создал именно Шрила Прабхупада. In fact, Jamuna once asked Prabhupada, the goal of life is to go back home, back to Godhead. И вот Матаджи Ямуна однажды спросила Шрилу Прабхупаду, целью жизни является возвращение назад домой к Богу. Actually, it may not have been Jamuna. It was in Jamuna's book anyway, but one of the Vaishnavis during that early days, those early days, it was either Jamuna or So the Prabhus, you know, they can become Krishna conscious very easily. Translate. It's okay. The Prabhus, they can very easily go back home, back to Godhead, because they're Prabhus. И вот Матаджи задала вопрос и сказала, ну, для Прабху, наверное, намного легче вернуться назад домой к Богу, потому что они Прабху. But we're women. Но мы женщины. And we don't have enough intelligence to go back home. И у нас недостаточно разума для того, чтобы вернуться назад домой к Богу. So what should we do? Итак, что же нам делать? So Prabhupada said, yes, that's true. И Шрила Прабхупада сказал, да, это так. If you think you're a woman. Но если вы думаете, что вы женщина. But you're not a woman, you're a Vaishnavi. Но вы не женщина, вы Вайшнави. And therefore there's equal opportunity for Vaishnavas and Vaishnavis. И поэтому для Вайшнавов и Вайшнави существует равная, одинаковая возможность. Yeah, so that was quite clear in those early days that we all had an opportunity to take shelter of Guru and Krishna and be successful. И поэтому в те ранние дни нам было достаточно ясно, что у каждого есть равный шанс принять прибежище у Гуру и Кришны. That we don't try for perfection on our own. Также нам было ясно, что мы не должны пытаться достичь совершенства собственными усилиями. Sometimes I hear nowadays that devotees say, well, I don't need to get initiation. I've got my beads, I chant the Hare Krishna mantra, I have all the books, and I read the books. Why do I need to get initiation? Ну, сейчас я часто слышу такие высказывания о преданных, что я читаю мантру, я читаю книги, мне не нужна инициация, зачем она вообще? And, Yeah, there's lots of things like this today, but we try to achieve perfection on our own efforts. Ну, сейчас это очень распространено, такое явление, когда мы пытаемся достичь совершенства с собственными усилиями. Yeah. But, Here, even Srila Prabhupada is praying to Guru and Krishna. Но здесь даже Шрила Прабхупада молится Гуру и Кришне.
indicating that actually it's not possible to achieve perfection on your own. Это указывает на то, что невозможно достичь совершенства собственными усилиями. When you become initiated, then you have a whole disciplined succession behind you when you do something. Когда вы получаете инициацию, за вами стоит вся ученическая преемственность в вашей деятельности. They're all backing you. И они все поддерживают вас. So it's very important. Это очень важно. Anyway, so this is the mood that Prabhupada started his movement. И вот в таком настроении Шрила Прабхупада начал свое движение. And we have seen how successful he has been. И мы видим, мы знаем то, насколько успешным он был. So much so that his legacy still continues after 50 years of preaching. Настолько успешным, что его наследие успешно развивается спустя 50 лет его проповеди. But we have a worldwide organization. У нас есть всемирная организация. He preached bhakti. He was Krishna's ambassador. He preached bhakti where bhakti had never been preached before. И Шрила Прабхупада, он являлся посланником, послом бхакти, и он преподавал бхакти в местах, где бхакти никогда не слышали. And now it's worldwide. А сейчас это всемирное движение. Арибо. Арибо. You know, there was an English saying. Вот есть английская поговорка. The sun never sets on the British Empire. Что солнце никогда не заходит над Британской империей. The empire was so big that at any given moment during the day, any day during the day, the sun would be shining in the empire somewhere. Британская империя была настолько большой, что в любой момент времени, днем, в каком-то месте, все равно солнце сияло. Well, now it doesn't even rise on the empire. А сейчас оно даже не восходит над империей. My joke. Это моя уже шутка. But what we can say, there is a new saying. Но что мы можем сказать, есть новая поговорка. Let's spread this new saying. Давайте мы распространим эту новую поговорку. And what is that? И что это за выражение? The sun doesn't set on the ISKCON Empire. Солнце никогда не заходит в империю ISKCON. I like that saying. Мне очень нравится это высказывание. But it's true. И оно истинно. We have become an empire. Мы стали империей. The devotees from all corners of the world. Преданные сейчас находятся во всех уголках земли. Once I was asked, why don't you go to Bali? Однажды меня спросили об этом. No, actually not. This is another story. Но это уже другая история. I was invited to Siberia. That's the story. Ну, историю, которую я хочу вам рассказать, она касается того времени, когда меня как-то пригласили в Сибирь. Many years ago. Это было много лет назад. I was thinking, do I want to go to Siberia? Вот я сидел и думал, а я вообще хочу поехать в Сибирь. Because from the Western point of view, Siberia doesn't sound like a very friendly place. Потому что с точки зрения человека, проживающего на Западе, Сибирь это не очень такое дружелюбное место. It was a place where all political and, you know, any political prisoners would be sent. Мы знаем, что это место, куда отправляли всех политических и вообще любых заключенных. Academics, professors, scientists, they were all sent there. Профессоров, академиков, ученых, всех их отправляли в Сибирь. The labor camps. В трудовые лагеря. It's freezing cold there.
очень холодно. And it's only light. In the winter it's only light for a couple of hours a day. И зимой там солнечный свет, и вообще свет сияет буквально в течение нескольких часов. Hardly anyone lives there. Вообще практически никто не живет. And I was thinking, do I want to go to Siberia? Я вот сидел и думал, что я вообще хочу туда ехать, в Сибирь. One of my problems is I cannot turn down an invitation. У меня есть такая проблема, я не могу отказать в приглашении. And besides that, I love challenges. Ну и кроме того, мне очень нравится, когда передо мной возникает какой-то вызов. So I went. Я отправился туда. And then when I arrived in Irkutsk, I think it was Irkutsk, it was one of the Siberian places. И когда я приехал туда, кажется, это был Иркутск. There were 100 devotees greeted me at the airport. В аэропорту меня приветствовали 100 преданных. And I was thinking, wow, I'm home. Я подумал, вау, да я же дома. Even here, I'm home. Даже здесь, в Иркутске, я дома, я с преданными. So, you know, this is a wonderful turning point in history. But there's an empire of devotees chanting, dancing, spreading Krishna consciousness. Так мы наблюдаем поворотную точку в истории человечества. Когда сейчас во всем мире преданные воспевают и проповедуют святые имена. So let's continue that mood that Sri Prabhupada started with, that we, whatever we do, whatever we attempt to do, don't, whatever you do, try to do it on your own. Take shelter of Guru Krishna and they will help. Поэтому давайте продолжим в таком же настроении, как начал Шрила Прабхупада, настроение того, что бы вы ни делали, во всем вы полагаетесь на милость Гуру и Кришны. Whenever someone said it was impossible, Prabhupada would say, impossible is a word in a fool's dictionary. Когда бы кто-то не говорил о том, что это невозможно, Шрила Прабхупада всегда отвечал, что невозможно. Это слово из словаря глупца. Krishna can do anything. Кришна может сделать что угодно. Just pray and he will help you. Необходимо только помолиться ему, и он обязательно поможет. So this morning, whatever time I have left, I'm going to just cover some of the ways that Prabhupada would preach to different people. Ну и в то время, что у меня осталось, я бы хотел посвятить тому, как Шрила Прабхупада проповедовала различным людям. And we'll start with religionists, people who follow different religions. Sometimes people would come to Prabhupada who are from different religious groups, like Christians or Buddhists. И мы начнем с общения Шрилы Прабхупады с религиозными людьми, то есть это люди, которые принадлежали различным религиозным конфессиям, христиане, буддисты или даже хинду, индуисты. But especially those who eat meat. Но в особенности это касалось тех, кто кушал мясо. He would say, и вот что он говорил. In all species of life, the soul exists. Во всех видах жизни находится душа. To understand God, you must first stop killing your mother. Для того, чтобы понять Бога, необходимо прежде всего перестать убивать свою мать. So he considered this the ABC of our philosophy. Шрила Прабхупада, он считал это основами, азами нашей философии. What was the first thing that you heard when you came to the temple? Что вы услышали первое, когда вы пришли в храм?
We shouldn't eat meat, and we should keep four regulated principles. Okay. And? И? You know, this body, spirit, soul. Like this body, spirit, soul. You know, this body, spirit, soul. Мы не тело, мы душа. Мы не тело, мы душа. Мы не тело, мы душа. He's a good translator. Хороший переводчик, да? So, how many times we've heard it? Так сколько раз мы это слышали? But we need to hear it many, many more times. Но все равно нам необходимо это слушать еще больше и больше. As I was saying last night, we've been so much into the body. Как я говорил вчера о том, что мы настолько погружены в телесную концепцию, думаем, что мы тело. We've never heard of the spirit soul. What's that? Atma? What's Atma? Мы никогда не слышали о духовной душе. Что такое атма? Что это вообще такое? And when we came to Krishna consciousness, suddenly we heard this Atma soul. You're a spirit soul. И когда мы приходим в сознание Кришны, мы слышим, что вы душа, вы атма. And not only do you have a soul, but the animals have a soul, the trees have a soul. Не только вы обладаете душой, не только вы являетесь душой, но также и животные, и растения. Just that piece of philosophy is revolutionary in the world. Just spreading that one message, you're not this body, this spirit, soul. It's like the missing ingredient to everyday life. И только если мы возьмем даже вот этот элемент философии, если только его мы будем о нем говорить, он уже будет являться тем недостающим звеном в жизни каждого человека. Because everyone else is saying, you're just your body and there's nothing else. Потому что все остальные говорят, ну вы тело и все, и ничего более. When you die, there is nothing more. Когда вы умираете, ничего дальше не происходит. So suddenly when we hear this Atma-Tattva philosophy, there's like some hope for us. Wow, I'm not the body, I'm the spirit soul, I'm eternal. And I have another chance. I can try this lifetime to be perfect, but I have another chance. I have another chance again and again and again. И вот когда мы слышим эту философию Атма-Таттвы, когда мы узнаем о том, что мы являемся душой, которая получает следующие возможности развития в следующей жизни, то это дает нам надежду. So Prabhupada is saying here that all species of life, they have a soul. И здесь Шрила Прабхупада говорит о том, что все виды жизни обладают душой. There's ABC. И это является азами. You cannot understand X, Y, Z until you understand A, B, C. Вы не можете понять, что такое A, U, Я, до того, как вы поняли, что такое A, B, V. And of course, for the Hindus, they don't eat meat, but they have to be preached to also. Ну, конечно, в том, что касается индусов, индуистов. Они не потребляют пищу мяса, но им также следует проповедовать. They're intoxicated in other ways. Они опьянены другим образом. Just like Prabhupada was at one pandal in New Delhi. Big, big pandal. Thousands of people came to listen to Srila Prabhupada. Как Шрила Прабхупада однажды проповедовал в большом-большом пандале, туда пришли тысячи людей, чтобы его услышать. И после того, как Шрила Прабхупада дал лекцию, он встал и начал выходить оттуда. And one Indian rich, very rich man and his wife came. He bowed down to Prabhupada, and as he got up, he said, Swamiji, I want your mercy. И вот один очень богатый мужчина подошел к Шриле Прабхупаде вместе со своей супругой. Он предложил ему свои поклоны и затем встал и сказал, Свамиджи, я бы хотел попросить вас благословения. And Prabhupada said, no, 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 you don't need my mercy. Mercy, not benediction. It's the same, isn't it?
конечно, я просто сказал благословение, Махараш сказал милости. И как бы я спросил, милости или благословение, Махараш сказал, разве это не то же самое? Так он попросил его милости, и Шрила Прабхупада сказал, нет, нет, тебе не нужна моя милость. No, I came especially today for your mercy. И этот мужчина ответил, нет, нет, мне нужна ваша милость, я специально приехал сюда для того, чтобы ее получить. Prabhupada said again, no, you did not need my mercy. И Шрила Прабхупада опять ему сказал, нет, тебе не требуется моя милость. But this man, he was insisting. Но этот мужчина настаивал. And so Prabhupada then relented. He said, "Okay, I will give you my mercy." Ну и затем Шрила Прабхупада, он как бы так, в раздражительном настроении сказал, "Ну хорошо, я тебе дам." I pray to Krishna that he takes all your material opulence away from me. Я буду молиться Кришне, чтобы он забрал все твои все твое материальное богатство. Это он сказал, не-не-не, спасибо, такой милости мне не надо. So, you know, Hindus are always, they want to go to Swarga Loka, they want to get to the topmost heavenly planet. Вот люди в Индии, они хотят попасть на Сварга Локу, они хотят попасть в рай. Scientist, he said, life comes from life. Дальше в своем общении с учеными Шрила Прабхупада постоянно говорил, что жизнь происходит из жизни. Nature is injecting millions and millions of souls into material bodies at every moment. Он говорил, что природа постоянно в каждую секунду как бы впрыскивает миллионы и миллионы душ в различные тела. What would be your credit, even if you created life? В чем будет ваша заслуга, даже если вы создадите жизнь? It's okay. Don't have to worry about it. Все нормально, можете не беспокоиться. See, I can read your mind. Видите, я умею читать ваш ум. Watch out. Будьте внимательны. What would be your credit? В чем будет ваша заслуга? Simply a cheap imitation. Это будет просто какой-то дешевой имитацией. The Nobel Prize should be given to Krishna. Нобелевскую премию следует дать Кришне. This is Prabhupada once said. He said that they're just barking. They're making an imitation bark. Вот Шрила Прабхупада еще говорил о таких людях, об ученых, что они просто лают, как собаки, они как бы пытаются имитировать речь. Рауф, рауф, рауф. Гав, гав, гав. Гав, гав, гав. Но это не translated right. Правильно переведено. You have different dogs here. У вас здесь собаки лают по-другому, я знаю. Well, he was saying like that, but the real dog is barking. Шрила Прабхупада говорил, что это похоже на лаяние собак. But no one cares to hear the real dog barking. И когда собака лает, никому нет никакого дела до этого. But someone who does an imitation bark. А если кто-то пытается имитировать лай собаки, they will pay money. То такому человеку даже дают деньги, ему хлопают. Oh, bravo, bravo. It's an imitation barking. И вот Шрила Прабхупада называл это попыткой имитировать лаяние собаки. One day we will create life in a test tube. Ученые говорили, что в один день мы сможем создать жизнь в пробирке. И все им хлопают. Это продолжается уже очень давно. Krishna is injecting innumerable souls into different bodies at every moment. И в каждое мгновение времени Кришна, он вводит бесконечное количество душ в тела. What would, even if you did something, what would be your credit?
даже если вы что-то сделаете, в чем будет ваша заслуга? And he once said, I mentioned this yesterday in the class. He once said, yes, there is a missing link. Because I always talk about the missing link. We will find out everything as soon as we understood what the missing link is. Вот Шрила Прабхупада, он часто говорил, что ученые утверждают, что мы все вам прекрасным образом объясним и сделаем, как только мы найдем это отсутствующее звено. And Prabhupada, he said once, he said, yes, there is a missing link. И Шрила Прабхупада говорил, да, есть отсутствующее звено в эволюции. My boot in your face. Мой ботинок, мой туфель на твоем лице, твое лицо. That's the missing link. Вот это и есть отсутствующее звено. Of course, in fact, the Bhagavatam is the missing link, because the Bhagavatam explains everything. На самом деле, конечно же, отсутствующим звеном является Бхагаватам, потому что Бхагаватам объясняется абсолютно все. One time Bhaktisiddhanta said, if all the books in the world were destroyed by fire, and there was only one book or two books, like the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam left, there would be no loss to the world. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати такой как-то говорил, что даже если все книги мира будут сожжены в огне, но останутся некоторые книги, такие как Бхагавад Гита или Шримад Бхагаватам, то вообще никакой потери для человечества в этом не будет. Хари-бол. Это настолько глубокая мысль. Imagine how many magazines, books, and there's so much going on printed. Представьте себе только на какой-то момент, сколько вообще в мире печаталось и печатается книг, журналов, газет. One time Prabhupada was giving a class in Hyderabad and suddenly one man stood up, one Indian man, he shouted, what about overpopulation? Вот как-то Шрила Прабхупада давал лекцию в Хайдарабаде, и один индус встал и выкрикнул, а что же вы скажете о перенаселении? Of course, usually Prabhupada would say, I'm traveling all over the world in my plane window. There's so much land vacant, there's no question of overpopulation. Обычно Шрила Прабхупада отвечал, вы знаете, я очень много путешествую, и когда я смотрю вниз на землю с самолета, я вижу столько свободного места, столько свободных земель, и ни о каком перенаселении речь не может идти. This time he said something a little bit different. Но на этот раз он сказал кое-что другое. Yeah. I mean, actually, you see that Prabhupada would say different things in India than in the West. He would do say different. И вот можно заметить, как Шрила Прабхупада по-разному отвечал людям на Западе и в Индии. So he said, he was an Indian man, so he said, yes, there is overpopulation. И это был мужчина из Индии, поэтому Шрила Прабхупада ему сказал, да, есть такой момент с перенаселением. There's overpopulation because no one is going back home back to Godhead. Проблема перенаселения существует исключительно потому, что никто не возвращается назад домой к Богу. It's that the system. There's no upward mobility, the system's jammed, so no one's going back home. То есть он объяснил, что никто не развивается, не выходит из этой системы, и получается возникает такой затор, и поэтому возникает и проблема перенаселения. Just on the subject of India and the West, how Prabhupada changed things. He was in Los Angeles. Gurudas was Prabhupada's servant, and Prabhupada had devotees in his room. Вот что касается того, как Шрила Прабхупада проповедовал на Западе и в Индии, сейчас я бы хотел рассказать, как он проповедовал на Западе. Это было в Лос-Анджелесе, и Гурудас
servant. И Гурдас был слугой Шрилы Прабхупады. And there was a darshan in Prabhupada. И в комнате Шрилы Прабхупады был даршан. And suddenly Prabhupada asked, "How do you know Krishna's calling?" И неожиданно Шрила Прабхупада спросил: "А как вы, откуда вы знаете, что Кришна это Бог?" And no one answered. И никто ему не ответил. Then Guru Das, he put up his hand. И тогда Гуру Дас поднял руку. He said, "You know Krishna is God because he says so in the Bhagavad Gita." И он ответил, что мы знаем, что Кришна это Бог, потому что он говорит об этом в Бхагавад Гите. I said no. И Шрила Прабхупада сказал нет. You know Krishna is God because when you serve Him, you feel so good. Он сказал: "Вы знаете, что Кришна Бог только по той причине, что когда вы ему служите, вы чувствуете себя очень хорошо. You feel happy. Вы чувствуете счастье. Ecstatic. Вы чувствуете экстаз." And then one year later, Gurudas was still the servant, and this was in India. И затем через год Гуру Дас был все еще слугой Шрилы Прабхупады, и уже дальше действие происходило в Индии. And he asked the same question. И он задал тот же самый вопрос. How do you know Krishna's God? Откуда вы знаете, что Кришна это Бог? Гуру Дас thought, wow, I know the answer to this. И Гуру Дас подумал: "Ну, я знаю ответ на этот вопрос." So he put up his hand. И он опять поднял свою руку. He said, "You know Krishna is God because when you serve Him, you feel so well, so happy." И он сказал: "Мы знаем о том, что Кришна Бог, потому что когда мы Ему служим, мы чувствуем себя очень хорошо, и также мы чувствуем счастье и радость." Prabhupada said, "No." Сказал нет. You know Krishna is God because He says so in the Bhagavad Gita. Он сказал, что вы знаете, что Кришна Бог, потому что Он говорит об этом в Бхагавад Гите. And the point was that in India, if you know, in India people are already happy. Но дело в том, что в Индии люди на самом деле уже счастливы. You know, they're generally in the mode of goodness, so they're happy. Как правило, они находятся под влиянием гуны благости, и поэтому они счастливы. But of course it's changing a lot now in India. Ну, конечно же, сейчас эта ситуация очень сильно меняется в Индии. At least in those days it was very, very pious place, very much in the mood of goodness. Но в те времена Индия была очень благочестивой страной, которая находилась под влиянием гуны благости. You don't preach about happiness in India. You preach because Krishna says so in the Bhagavad Gita. И вот Шрила Прабхупада сказал, что в Индии мы не проповедуем о счастье, мы говорим о том, что Кришна это Бог, потому что он говорит об этом в Бхагавад Гите. But here in the West, we're only interested in something that makes us happy, whether the Bhagavad Gita says so or something else. Но на Западе ситуация совершенно иная, то есть людей интересует то, что сделает их счастливыми, и не важно, что это Бхагавад Гита или что-то другое. United Nations. Nationalists. This is the nationalists. Далее, как Шрила Прабхупада проповедовал для ООН, то есть для людей патриотов, националистов. Prabhupada said, "How can you have United Nations unless you accept first that Krishna is the proprietor of everything?" И вот Шрила Прабхупада задавал такой вопрос: как вообще можно иметь какую-то организацию Объединенных Наций, если вы не считаете, что Кришна является владельцем, собственником всего? So actually, again, ISKCON is the real United Nations because we're uniting. И на самом деле именно ИСККОН является Организацией Объединенных Наций, потому что мы объединяем людей со всего мира. И это происходит просто потому, что мы привносим Кришну во всю нашу деятельность.
to humanitarians. Как Шрила Прабхупада проповедовал гуманитария. In London, Prabhupada was giving a lecture in a hall, and one lady stood up. In London, he was giving a hall lecture. И Шрила Прабхупада как-то давал лекцию в большом зале в Лондоне, и одна женщина встала. One lady stood up. She said, "Why don't you open up hospitals and help the people who are unfortunate in the world?" То есть Шрила Прабхупада выступал перед людьми, которые занимаются благотворительностью, и одна из женщин встала и спросила, почему вы не строите больницы и не помогаете таким образом бедным, нуждающимся людям? This was Prabhupada's reply. Вот что Шрила Прабхупада ей ответил. Your compassion is like blowing on a boil. Boil. Спасибо. Шрила Прабхупада ей ответил, что ваше сострадание, оно похоже на то, как человек дует на волды, на пузырь, образовавшийся при ожоге. You know what boil is, yeah? Вы знаете, да, что такое волды? I had a boil when I became a devotee. Вот у меня был такой волдырь, когда я стал преданным. In fact, you can still see the scar here. Ну, до сих пор еще можно видеть след шрама от него. You can take darshan later. Может, позже получить даршан. I was only in the temple for about two days, and there was a big fight. Two boys from London were fighting. Я был в храме всего лишь два дня, и я попал в ситуацию, где два парня затеяли серьезную драку. I ran to the temple president. I said, "What's this? I came for love and peace, and this is what I get." Я побежал к президенту храма и спросил, что это вообще такое. Я пришел за миром и любовью, и тут наблюдаю такую картину. He said, "Don't worry, this is a temple, but it's also a devotional hospital." Он сказал, не беспокойся, это храм, но в то же время это больница для преданных. Everyone sick, but at least they're taking the medicine to get well. Здесь все больны, но как минимум они принимают лекарства для того, чтобы выздороветь. And then he said, "Don't worry, something will happen to you too." Он сказал, да ты не беспокойся, с тобой тоже обязательно что-то случится. I was thinking, what could possibly happen to me? Я подумал, ну странно, что вообще со мной может произойти. And 2 weeks later, I got this huge boil. Через две недели у меня на руке был такой огромный волдырь. And I came running to the temple president again. Я снова прибежал к президенту храма. What's this? Что это вообще такое? He said, "I told you something would happen to you." Он сказал, ну я же тебе говорил, что с тобой тоже что-то случится. He said, "Don't worry. Your body is so contaminated." И он сказал, не беспокойся, твое тело настолько осквернено. By Krishna's special favor on you, he's brought all the contamination to one place. И благодаря особой милости Кришны, все это осквернение выходит вот в одной точке. Chant Hare Krishna Prabhu. Просто повторяй Hare Krishna Prabhu. Anyway, I had two choices. I had to either lance it with a knife, you know, lance, or just bandage it up. So that was the two ways. You just wait until it goes down, or you lance. Вот у меня было две возможности, как решить эту проблему. То есть можно было вырезать этот волдырь или просто обмотать его бинтами и подождать, пока он сам спадет. Just blowing on the boil is not going to do anything. И вот когда мы дуем на волды, ничего не происходит, это никак не поможет. Some temporary relief, that's all. Ну, это может даст какое-то временное облегчение. So this is what Prabhupada was meaning, that it's just temporary. You make an hospital, you build one hospital, you need to build another and then another. If you don't go to the root of the problem,
get at the root of the problem, then all will be solved. И Шрила Прабхупада именно это и пытался объяснить, что нет смысла строить больницы, потому что как только вы строите одну больницу, надо строить еще одну, необходимо решить корень проблемы, только тогда ситуация изменится. Krishna consciousness is going to the root. И сознание Кришны, оно обращается именно к корню проблемы. What's the time now? 9:10. Oh, good. I stopped there then. One more. Последнее, что я бы хотел сказать. I have a women's liberation. Тема феминистического движения. And two examples of how you would preach to devotees. И я бы хотел поделиться с вами двумя примерами, как Шрила Прабхупада проповедовал преданным. Which one do you want? Какой что, о чем бы вы хотели услышать? О феминизме, как Шрила Прабхупада говорил о феминизме, или о проповеди для преданных? Проповеди для преданных. Феминизм. I'll do them both quickly, right? Ну, я быстро расскажу эти две. He said the function of men and women, this is for women's liberation, the function of men and women are different. В том, что касается феминистического движения, Шрила Прабхупада объяснял, что задачи и функционирование мужчин и женщин отличны. The wife has to become pregnant, not the husband. То есть эта женщина должна родить, она должна рожать, она должна беременеть, а не муж. How will you change this? И вот он спрашивал, как вы можете это изменить? Not possible. Это невозможно. And he said the mother's special service is that she can have a child. И также Шрила Прабхупада объяснял, что особым служением матери является то, что она может дать жизнь ребенку. But in the name of equality, they're killing the child in the womb. Но во имя равенства они убивают детей в утробе. And you are actually already devotees, women devotees, you're really liberated. Ну и так как вы являетесь преданными в Матаджи, преданные, то вы уже являетесь освобожденными. Do you feel liberated? Вы чувствуете себя освобожденными? If you say so. Ну, если вы так говорите. We hope so. Liberated means that you feel better than before. Освобожденное, то есть чувство свободы означает то, что вы чувствуете себя лучше, чем раньше. Someone asked me, how are you? I said, well, I'm much better than before. Если кто-то меня спрашивает, как у вас дела, я говорю, ну, намного лучше, чем раньше. And Prabhupada would say to devotees. И Шрила Прабхупада также говорил преданным. One devotee said, "I just want to fulfill your desire, Prabhupada." Как-то один преданный сказал: "Шрила Прабхупада, я хочу выполнять только ваше желание." Prabhupada said. И Шрила Прабхупада ответил: "It is not my desire." Это не мои желания. It is the desire of my Guru Maharaj. Это желание моего Гуру Махараджа. Это желание Господа Чайтанья. И Кришны. I have no personal desire of my own. У меня нет личных каких-то желаний касательно себя. I have no power of my own. У меня нет какой-то своей силы. One is empowered by Guru and Krishna. This is the same point I made earlier. Человек получает силу только от Гуру и Кришны. And then the last one. И последнее. The devotee said to Srila Prabhupada. Как-то один преданный сказал Шриле Прабхупаде. You speak so nicely about Krishna.
Вы говорите так замечательно о Кришне. Prabhupada replied. И Шрила Прабхупада ответил. You speak or I speak, Krishna's sweet. Неважно, кто говорит, вы или я, все равно Кришна очень сладок. Sweet meat is sweet, whether you eat it or I eat it. И сладость, она все равно остается сладкой, неважно, кто ее ест, я или вы. Which means that Prabhupada was not going to let us think that, well, he's the pure devotee. What who am I? И вот что Шрила Прабхупада хотел нам хотел показать этим, сказать то, что это не то, что вот Шрила Прабхупада чистый преданный, а я нет, и поэтому я не могу говорить о Кришне. He expected all of us to rise to the point of pure devotion service. Шрила Прабхупада ожидал от всех нас того, что мы поднимемся на уровень чистого преданного служения. Шрила Прабхупада. Yeah.